Место. Ой, давайте, ребят, допейсти. КДБ взяли. Короче, кто даст меньше танков, тот лопух. Да хватит здесь ДД. У нас так ДД или хера. Нас... Че, фласки опять кончились, что ли? 3 минуты до осталось. А, сейчас сопроты будем уже. Да, так может не пил сопроты. Давай, Ю, веди их сюда. Никто не врывайтесь, а то сдохните. Иди, мистер Бонд, уже на пол. Подморожен на всякий случай. Ура! ФПС просела. Пиздец. Ну чё, у кого там, блядь, сколько? Давайте, у кого, блядь? Нет, ну, давай. Кто 100к выдаст, блядь, первый? Никто мистер не Бонд дал. Нет? Ну, сколько там ДПС? У меня 13 тысяч. У меня 13 тысяч. Ну, мистер Бонд 100к дал. У меня залагал этот, я не видел. Бонд 94. А пока... И дальше все. А пока дал 2000 всего лишь. Я шучу. Там 40 с чем-то дал. 2500. Нет, 42 он ебал. Меньше всех дал... Кто-то там. Yeah. Не, там еще кто-то был ниже тебя, Петя. Заберите. Там Саня меньше всех дал. Да я заглючил вообще в ноль. Можно полправду? Я свернулся просто. Ну тут губа, дробочки уже в кучу надо пернуть. Если мне тогда не дадут, я могу пойти в Долоран поставить. Не знаю, что Долоран. Нет, Алик тебе не дадут, Андрюха. Там еще куча людей, Металлик. Да, давай пароль. Это Андрюшка не меняется, как зимой и летом. Точно. Надо такое правило, типа, если хочешь... Да, давай пароль, смотри. А, охуенно, блядь, вреду, блядь. Нет, я придумал. Давай, если ты хочешь... Санек, смотри, надо придумать такое, типа, если хочешь на офспек забрать, прям у мейнов забрать на офспек, то будь добр в 5 раз больше ЕП выкладывать, чем высшая ставка. То есть если он предлагает 8к, ты, блядь, должен в 5 раз больше въебать? А, с ракет выложить, все. Петь, сока не бывает. Ну, главное, чтобы это. Стимул был, что, блядь. Это ж какие на трейды собирать, отходить для чего в НАКС, ходить в десятку, в 25-ку, в ОС. Понос, блядь. 50к. Берете 40 тысяч. Конечно. Срез будет идти лютый. 5000 будет срез. Что, одевай, да, нонсет? Против льда. Да ты просто в танке оставайся, да еще. Ну, получается, за одно КД меньше 5000 получаем за все районы. Сейчас напомните, как? Ну как, проще стоять сейчас с ЮИ, блядь, первый фаз, а тут оно сколько там, 4 надо дыхать. Да. Вообще, кстати, да, Покал тоже может, блядь, сделать себе квест этой палкой. Уебать переодеть я. Покал. Покакал. Смотри. Тебе нужно сначала полутать 3 дыхания. Последнее дыхание ты лутаешь перед переходом на третью фазу. Только лутом, у тебя 6 минут так же вешается баф. А, я понял. Веди, Коль, давайте без... Главное не проебать 4-е дыхание. Угу. Перед третьей фазой. Ну, если ты будешь танком, смотри, не проебешь. Смотри, не проеби, главное, да, то... А то еще недельку подождешь. Так, Паша, мэй, ты синдру танчил? Вот ты знаешь, как танчил? Не надо хоть надеть как танчил? Да, или да. Или лучше уфолога оставить? Паша. О, куда же, блядь? Он в десятке танчил. В 25-ке все то же самое. Только прожимайся, будь бить 2 раза. На второй фазе. Ты на первой, потому что не будешь танчить, на второй только. Ну, крайняк, если ты упадешь, если пока у нас на третьем танке.
Джамбо. Так. Это вот Женек и Андрей уходят на замену, все начинают. Джанка и Лера в рейд. Чем быстрее убили. Все, Женек и... Прохил. Не убегайте, назад вернитесь, массы вы нажмите. Ну ладно, кто сдох, кто сдох. Трешите. Дай портал, Долоран, пожалуйста, любую мах. Марсель закастует один живой адекват. Ох, взяли топ-саву убрали, бля, с рейда. Андрюх, сильно ничего же не меня. Спасибо. Андрюха, вот ты хоть сегодня нормально спал? Или опять не лег, блядь, ночью? Сегодня. Ну, я уже, короче, почти недельку встаю в 8 утра, нахуй. Все, пока, ну, в норме, нахуй, не злась. Не, а ложишься ничего. Во сколько? Ты мощь. А ложишься во сколько? В 7 утра? Я ложился сегодня, короче, где-то 2:30, вот 3, короче, получилось. Долго ноут ремонтировал. Ну ладно, пуха, я отойду. Пиздец, блядь, это как всегда. Да, давай. Ночная бабочка и больше ничего. Ночная бабушка, бля. Там есть место меня, блядь, пройти? Ребята, в десятке тоже квест на эту хуйню, да? На чумку. Сейчас умойте всех, шкаф ставьте. Рыбку поставил. Войт, возьми сапрот и помогай. Петя, тоже возьми сапрот и сосуны, возьми сапрот и шкаф и сумойте все. Все сапроты? 5 секунд. Да, ребят, скибиди сзади стоит, сапроты. Ну, скажем так, кто уверен в себе, кто уверен в себе. Но хилы по-любому сапроты. И танки. Давайте, так, давай, не ходи, на первую взлетку отдается и вы Сацуна, а на вторую взлетку Ю-Ю отдается и вы. Ну, не еще взлетку, а вы. И в Акате, и мастера Орнелёд. МВ-чик. А на сколько там третья фаза процентов? 35. Вторая. Дайте кто-нибудь прикотов на хосту, пожалуйста. У кого есть еще прикоты на хосту? Маша, ты жук. Короче, Петя где-то, как всегда, на 40 плюс процентов, да, хуярить. И все. Женя, на вторую. Готовность на пол. Сейчас, секунду, Саш. Секунду, Саш. Я тут раздаю сапроты, подожди. Сань. Да. Маша, ты ко всем подбегаешь, троим берешь сапроты. Бля, ну не перебивай, Женя. Извини. Это можно, кто спрашивает? Можно на замену послушать? А, да, бета-тестер в рейд дал. Не, на синдро только. Вот такие срочно надо, спасибо. Все. Так вы говорите, если бета-тестер. Я на синдро. Я такой. Венхи. А, стой, давай я в дике. У него Элим есть. Элиму Полинор Вельми. Пускай в Якей. Все, больше никому не нужен сапрот, ребят. Мне. Лера, Вася, Гриша, Петя. ДКшники, отойдите от рыбы, пожалуйста, дайте покушать. Дикей, сум, принимай. Дикей. Тут. Качина. Значит, не тут. Ван, давай бетик ты тогда. Дай сапрот, пожалуйста, вот этот вот стоим. Не, ну если вы готовы похилить меня прям хорошенечко, то я буду в энхе. Давай, давай. Вручную я ходил. Выпей сапрот, блядь. Блин, я, кстати, могу. Смоньте бетик. Да я сейчас тупаюсь, я на входе. Ребят, скибди сзади стоит, сапрот кому нужен. Остался один. Так, Джанг, СС по рунмейду, Будрей, Ю-Ю, Эмобой по фону. Всем все раздал.
Ой, Женя, не выкладывай. Вкратце тактика. Много стаков не набираете, сейчас, много стаков не набираете. По два человека, когда взлетает... Точнее, когда взлетает, убегаете на лестнице. Когда на первой ступеньке, не убегаете. По два человека в любые из них. Любые. Два можно в квадрат, два в луну, два в крест. Главное, не между. Если видите, что три человека бежит, может один человек убежать куда-нибудь в сторону. Без разницы. Главное, чтобы не три человека. А нахуй меня сам? Все, ты уже не нужен. Да я отходил, блядь. Ну, ничего страшного. Так, потом начинается вторая фаза. Все стоим в квадрате. Первую метку будем трусы, вторую тоже в трусы. Запоминаю, во фрейм босса и по центру живота должны стать. Все. Готовность. Все готовы. Сейчас и вам там. Пошли, все бьют босса под левой лапой. Припоты нажимайте. Придите к боссу РДшники и потом побежите притяжку. 85%, потом будете долго лететь. процентов притяжка будет. Беги, малышка, беги. Бежали. А пока нажми массейв. Под выше первой ступеньки не забывай. Я шаг у всех. Куда бежишь, рунмейт? Назад, вниз! Молодец. Падай, минус. Ну ты что, первый раз? Ты что? Подойдите все просто под дыхание, не разбивайте глыбы, все, кто... Ну, если их не сожрет дыхание, как меня удушим. Либо сами сдохнем. А мы двум людям, что ли, проще сделаем? Одному. А почему тогда дыхание три человека лутает? Паша, ты не танчишь на первой фазе. Ты стоишь под кашей. Ты танк только на второй фазе, и ты бегаешь, меняешь. Так, ты еще раз спрашиваю, ты танчил в то или в два танка на 90? Ну вот ты второй танк, ты не первый танк. Первый танчик бью. Он соло почти про танк. Так что ты там под лицом делал? Все, встали. Пошли рыбу есть, сразу начинаем. Чего вы ждете, что вас резнут? Тут бежать 5 секунд. Ну вот чего вы лежите? Минус хотят. Уже все прибежали. И давно. Я коленку чесал. Рунмейты и спиды. Надо немножко менять цифры, потому что я слишком много понимаю. Сейчас это немножко не будет. Так, готовность на полу прилетели. Припоты скажу подупить. Хорошо, малыш. Все, пошли, гуляй, Коля. Коля, я пока под лицом.
Пейте припоты. Под левую лапку РГДшники тоже встаньте, чтобы далеко не лететь, блядь. Вакила освобожденка, следите за атаками. А пока вот да. Макал, я же тебе же говорили уже, ты меняешь, на второй фазе ты бежишь, дыхание латать, но не на первой. Не-не-не, ему рассказали, все он правильно сделал. Я на первой три лутал. Да. Все, вы по первой ступеньке не заходите, чтобы не было времени спускаться. Три человека в квадрат. Молодцы. Смотрите, не лутайте. Бета-тестер. Центральную не бить. Развивайте уже, чем сейчас, да. Тратить до 20%, да. Это очень важно, чтобы вы научились правильно развивать. Ничего вы левое не разбили, уже побежали. Там же люди умирают. Синее разбиваете. Все, я три полутал, я ушел. Скоро притяжка будет. Паша, нажмешь айсбаун. Нью-Ю нажмешь, когда глуби будет. И в Акате. Так, Ниле Шиннер по Сосуне. Кусяло по Шака. Первая ступенька, выше не поднимаетесь. По два человека. Крест, я выбежал, все нормально, блядь, тебе повезло, что был щит, убежал. Не делай так больше, я же выбежу. Марсес, Локсар, Бетестин, Гудрейвен, не лежь, вы че? Марсеса, прикиньте, Гудрейвен тоже, не лежь. Разбивайте вы. Правые. Все разбили глыбы, только потом бегут. Если есть пэска, закинь. Скоро будет притяжка, через 10 секунд. После фазы глыб, РГДшники в квадрате стоит. Разбежались. Пока он нажми массей, на всякий случай. Приземлиться, дыхание утонешь, все. Для бесы. Два человека, все остальные наверх. Так, свободный иннер по стреле. По вону, извиняюсь. Так, где глыба? До 20% не разбейте. Центральный.
еще один разик, харчок один. 40% слева подбейте. Разбивайте. Нет, пол там подбил. РДшники вставайте в квадрате. Правую тоже. Пашка, вот сейчас вторая фаза начнется. Бегаем. Если есть поездку, закинь. Так. А, да. Первая будет в трусы метка. Первая в трусы медики, когда я убегаю. Сильно не так, это 4 хила. 4 хила, да, с этим. Джанг побежал, нажми массейв. Любой. Джанг в трусы. Трусы! Перебегите немного левее, стаки снимите. И разбивайте. Если кто-то не выбежал, они сами виноваты. Мистер Бонд, трусы и зубы по мистеру Бонду. Выбежали мили. И мистер Бонда 20%. Это тестер, молодец. До 20%. Я в пану. Танеш после притяжки. Сацуны, Ром. Не разбейте, не разбейте! Перебежали быстрее за Ром. Быстрее. Сейчас половину притянет людей. Кто разбил, минус. Далась баунд. На хп. Массейв. БР Шаку. Ксар, выбеги куда-нибудь в сторону. Можешь в трусы. В трусы беги, беги, беги. Боюсь, Ань? Да. Так. БР Хая еще. Айю, пау-ю, БР, быстрее. Пойдите БР, бета-тестер в ром. Любой БР в Айю. Давай, Коля, если не дали. Не отдали в меня. Блять, ну что вы делаете? Мы вторую никогда не разбиваем. Идоты не вешаете на глыбы никогда. Рога можешь вообще не бить. Потому что ты с дотами. Только те, которые разбивают. Я вообще в глыбе стоял. Ну я напомню, бро. Да упадите, разворачивай поле или кто. Ну понятно, я на глыбы Т4 яд не вешаю. Да не Т4, просто с пульки. Сильно достаточно ядовит. Да смертельно он-то не хуй. Там бесы могли допинать демонов. Да, я хоть тоже согласен, что там бесы, наверное, убили. Потому что не бейте, кто ж не шарит, лучше на 40. Раньше стопните, чем позже. Вчера были в ЦЛК, на третьей глыбе притяжка была, и сейчас на третьей глыбе, как она появилась, притяжка была. Может, что-то поменяли? Сейчас... Ну, по-разному, вон. Сейчас на следующем крае посмотрим. Ой, это норм. Ну, я говорю, я второй раз. Ну, бывает. Ну, не... Она и в прошлый раз была. Сейчас на этом трое глянем. Ну, я давно не видел, чтобы на третьей было. Всегда на второй было. Сейчас. Ступай. Ганг. Может... Заменить тебя или остаешься? Да. FDK тут? FDK. Можешь помочь им похилить? Да дело вообще не в хиле, Войт. Да там тяжело, я... Враска. Враска здесь. Враску сумойте вместо Джанка. Хили тяжело, когда освобожденка на 4 хила. Саня, я вам пришел, это послушай. Мне дальше надо заменить? Давай. Не, давай, тебе же там шмотки нужны были. Сумойте, послушай вместо Джанка. Ну, сейчас ШП начал хилить. Можно буквально 30 секунд отлучиться. Пока все равно будет баф, хотя сумонится. Сон, ну шкаф, что вы тупите, ребят, шкаф и плетем. Все, улетай, Джан. Минуту. Сумонься, послушаем. Че, давай спекнуть шестым. Ну блин, да хватает у нас хила. Ну хочешь спекни? Ты пристань туда прыгнуть. Поменяй меня с шаком местами. Угу. Я могу в хули пристать. Не, я в хули пристань, ты будешь сам. А, окей.
Все. Готовность на полшаг этот, послушай, Риба. Скиньте свободно иннеры по войду, все быстрее, чтобы было. Слушай, раз я в этом, в миле, то силовики, знаки, у меня 2% бафа. Присобав, да? Что с силой? У меня 2% силы из-за орка. Может, чуть больше добавить. Ну, ты, блин, ебать, наверное. Еще раз. Иди, Коля. Иди, Коля, пуляй. Еще раз разбираем ситуацию. На первые глыбы Суны отдает, на вторые глыбы Ю-Ю. А, на первую притяжку отдает Покалу, на вторую притяжку. Именно притяжку. Че ты пропал, когда ты что говорил? Да. Припор. Ты стабав закинь на Йоми. Сань, повтори еще раз, а пока на какую притяжку дать? Первую, вторую? Вторую. А, все. Притяжка будет. Еще 2% она не будет взлетать. Процент. Взлетает. По два человечка, все остальные наверх. Молодцы. Глыбы до 20%. Давайте красиво. Лучше как-то делать. Смотри, Жень. Там у левой глыбы центральной 60%. Чуть подбейте. Не разбейте, там 13%. Развивайте. Нормально, молодцы. Если есть ПС, капиша, то закинь. Собак. Пара притяжка будет. Кто меня звал? Жаль. Никто. Три секунды взлетка. На первую ступеньку. Ю-Ю и Вакачи Масей. До 20% глуби. ДПС у нас гораздо меньше, там, минус 2 задетки. Обхайт на Йоми бета-тестит, но... Бегайте за всеми, если не видите глуби. Слева много ОП. Подбивайте РДДшник. Пошарить. Разбивайте. Слева помогите разбить. Give up!
малышка, беги! Погнали. Альбертник дальше в квадрате остается. Блять. Меня кто-нибудь защитуйте, 10 так набрал. Ебал. По два человека. Прибежало. Беги кто-нибудь поплей. Правее, а не левее. Даже БР Маша там. КД. Сяо. КД, не ешь КД. Маша откатится, дашь КД. Дальнюю глыбу тоже подбивайте. Перебегите всех вправо, за глыбу спрячься. И разбивайте. Сяо первый БР откатится, отдашь ты не Маша. РДшники, стойте в квадрате. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Нахуй. У тебя шо, из баунт есть? Угу, 2%. Вставай на ён. Ребахните. 1%. Нужно 8. Все, фаза пошла. Первая метка в трусы. Все убегают. Мелики. Не играй с Искова на бета-тетика. Рунмейт в трусы. Все остальные выбежали. Его не надо сейвить. Трусы, рунмейт. Перебегите немножко левее. Спрячьтесь за глыбой. Не разбивайте. Следующую в трусы ровно поставьте. Наёми. Наемный в трусы! Ладно, в ром перебегите чуть-чуть левее. Прячьтесь до 20%. Следующую до 20%. Можете... Стоп, урон. После взрыва выбиваем. Не лезь, выбеги за ромбик, чуть дальше за ромбиком. Что, дали Геру? Инер по сосунной кусяло отдай. Следующую в трусы обязательно. Полинор в трусы побежал, зубы по Полинору. Разбили к трусам. Мистер Бонд в ромбик. Следующую в трусах не разбиваем до 20. Следующая в трусы не разбиваем до 20. Марсес побежал. Массакра, Санечка. И. За глубоко забежал Марсес назад. Блять, может и притянем. Нормально. Отбежали назад, милики. Следующую в ром. В Акате вором разбили глыбу, пошли бить босса. Милики пошли разбили. Что тебе брат? Мистер Бонд наловил. Трусы. Поздно сказал. Мистер Бонда разбиваем сразу. Не лез БР по сути. Следующую в ром подрываем синдру. Нет, не разбиваем. 20 секунд. Шнурки в ром. Может и не успеваем, да. Следующая в трусы, в трусах не разбиваем. Скибиди в трусы, массейв Юю отдавай. И... Отбежали, мелики. И потом просто синдру все метки куда угодно, только не... У
сначала выбеги куда-нибудь, в любое место. Вы убиваете. Да. А пока выполнил квест. Да, да, что? Спасибо большое. Талисман упал? Ага, хуй там, блядь. Часы упали. Дальше идем с Гневоморфом. Что? Бля, я уже на Лича побежал. Ты там... По привычке, да? Ты говоришь, гнило сейчас или тухло? Тухло пуск, потом гнилой. Мне на тухлого слот надо. Спасибо. А кто это говорил? Писцы. Все, писцы, я... ролим, это враз. Послушай, 10. Маша, 100. 200. Тысяча маха. 1500 2к. Ну если вы такие упорные, сразу пустите нормальные целики, все. Что-то я не понимаю, почему сейчас ДЦ собирают хаст? Т4. А ни у кого нету сердаля при себе, куплю. Дешевле камни стоят. Либо камня кот, нет, он РПБ. Если вот это джипса, я могу тебе дать, у меня банк. Марк, ты не пернул. Хил с абсорбом линкантисим, бля. Ты давай за чирик заберу. А, там Петя. Есть, Петя. Так, тебе на танке эта хуйня надо? Упишите, Тань. Колю просили тебя, алё, Коля там же танчит. Тогда Петя 10, по-моему. Десять раз, пять, десять два, десять три, кинь. Меня в чмо превратить, превратили. Паладин. 10 слов, послушай, на моем тебе. Зачем ДЦ ты бит? Не в ДЦ, а Холик. Не, Холик это лов. Да, можно будет. Ну, так пиши 10 оф, и будете с локатей. Ну, точнее, 100 дальше ставишь на офис. И уже 100 дальше, потому что локатей не будет. Женя. Ставишь? 100 раз, 100 два, 100 три, кинешь фермент, послушай. Так, а пока, ну что, будешь осколок потихоньку собирать, брат? Маша, у тебя есть? Продай мне. Можешь продать. Кинешь фермент, послушай. Так, X-Freak и Враска, вам босс. Да. Два человека на замену. Три. Топ, так топ-хайп вышел. Кто-нибудь вообще не поотнимал? Ладно, минус 10 печи. Послушай. Минус 200. Минус 100, да? А тебе вот надо что-то стухло. Боты выпали и пашем боты. Но? Ботинки кастерские, хаст крит выпал. Сейчас чулон 100, будревен 1000.
Сань, давай меня сразу поменяешь, все равно до босса уже не успею. Ну давай, давай тогда, я тебе сюда сейчас когда. Пока не этот. Всем спасибо за рейд. Удачи. Да, суммоните. И тебе спасибо. Гер, удачи. Первая даст сейф Паха. Рунмейт. И нажмет послушай гейм. Послушай в БЦшника прыгнешь после. На фокусе тебе мелкого, ребят, вообще. Гим. Да. Завтра будут РТ своей, ну, типа, ЗАшки, Карли, там, решается, там. Дня завтра не будет. Со своими руководителями, скажем так, решаются. Так, а кто в каком статике? Я сейчас все перепишу. Ну, чё сейф не отдали, блядь? Вот мы сейчас отвлекли, вайпимся. Я нажал. Бегите. Ну, бегите сюда быстрее. Не только ты, Коль. Там должны были еще нажать этот. Рутку, да, он на 8. Держите. Присты мы же должны были нажать гимн. Что сразу шотает с ним. Либо ДЦ должен был быть. Или Саня, это у нас завтра за ней будет, да? Я не буду завтра. Если типа катинте с кем. Не, ну можно же на следующий день, понедельник, кто свободен. Понедельник. Да, понедельник, вторник, среда пойдем. Я вон стоит. Кара, Хэм и да. Что, тот ДЦ уже у нас? Да. Ну сейчас добьем. Так, еще два свободных слота нужно для Враски. Да я уже зашел, там кто-то вышел. Я уже в инсте. Воксар, качка, сорей. Я тебя резнул, топ хайп пойдет на замену тогда. Кресты жмите гимн. Убиваем ли я там или нет? Блять, три инвалида стояли добивали, блять. Дайте ему срез. Просто офнись, и все, тебе потом крикнут. Да, можно, ливай, да. Так, вот кто, блять, не ливнул. Ладно, топ-хайк давай на замену, потому что забрали там что-то ботинки, которые тебе нужны. И X-Recovery. Все, вот такой пачки по ним. О, меня перекинь-то тоже куда-то. А вместо кого ты зашел? А я не знаю, вместо кого я зашел. А, вместо уфолога. Еще один человек туда на замену. Бетик. Не, Бетик, оставайся. Алина, на Йоме надо что-то с ботом? Ну, боты только. Ботинки там уже поставили 5000. Ставишь больше? Ну, быстрее. Пошлите. Ну, сейчас ставьте 7к ботинки. Раз, я их за 18 забрал, чё вы жмоте? Кто 18 не поставит? Ты вы 5. Поднимись, все стоим, поднимись. 9к. На заломание всех все равно не хватит, убейте в начале череп. 9к им обой. Раз, 9к, 2. Значит, еще Лера пойдёшь на замену. А, 9.5, окей. Лера не быстро. 9.5 раз, 9.5 2, 9.8 убой. Раз, 2, 3, все, Лера на замену туда. Сначала на мои ботинки посмотрите, блядь. Следы без. Ой, я тебе сейчас этот пачку твою дам. Завтра. Если эту пачку заломан, там каразан, надо убить.
Слушай, а так вводит и забрал, а к нам кто пойдет будет ДЦ-шить? Кто? Вот этот парень, который ушел, или кто? Или послушный? Слушай, Марухич. Все могут на... Да я бы лучше с вами ходил, да, я ничего не гарантирую, что я проведу. Не, я не гарантирую. Я бы лучше вот с психологом ходил, который... Послушай, не Так, все, я ухожу, зовите меня, пожалуйста, на гнила морда. Давай, Роль. Это кто? Лексар? Это я говорю, это я, да-да. Лексар. Все, окей. Роль, ну, ой, давай, на ролл кидай. Конечно, Лен, на ролл. Или ты. Или ты уходишь в плане... Уходь. Я здесь. Вообще уходишь? Так, нет, я... Просто плюс один. Тут произошло хищение рейдового имущества. Такой здесь быстрый кик. Согласен, согласен. Потом что сделали? Ленточку с пызды. Как? Групповая стоит. Кидало, конечно. Не кидало, это по-редкому. А это зеленая. Сука, кидай сюда этот ленточку. Кто спиздил? Да нахуй вам эта ленточка. Ой, быстрая рука. Тебе не надо не роль. Да он ТД спиздит, а ленточку, блядь. Пошли, туху. Не, ну просто так не работает. О, хера, блядь. Мы играем все вместе. Ставьте флаг этот потом, шкаф и крик. И у кого бы там. Мне ленточка больше всех надо. Я проебался, купил трансфуд, который, блядь, на рубашку, а не на грудах. Так что. Хорош. А ее можно снять, она передается. Ее все давай могут. Сюда ленточка. Ходить. Пока не сролишь ее точно. То... Это, о, Саня, что? Вопрос на засыпку. Мы перепиваем вместо сопротов сейчас ДД фласки или нет? Да не, оставайтесь, оставайтесь. Рольте. Смоньте его, поставьте шкаф и смоньте его. Понятно, подкрутил сам себе. Все ясно. Он сотку кинул? Да ты 91. А, я 91. Ну и так. Ну и все. Ну, это репорт на форум. Хорошо. Кого-то суммонить? По поводу. Дайте шкаф. Тикните. Что, остаемся с сопротами или фласки выделите? Оставайтесь с сопротами на своем. Андрей, принимайся. Паша в ДДшку попрыгнул. А пока, тебе свердолик нужен или нет? Нет, мне уже дали его. Да, ну, принимай. Принял. Поставлю джипс. Все, вначале разбегаемся, когда... Снесем. У нас цейлы мы дадим, господин. Рыба стоит, кушается рыбы. Готовность. Да, ГЦ какого-то лока. Ебаные локти, блядь. Ранжу наберите. Афа, мужики. В смысле ранжу? Вначале ранжу, потом, когда к ней споры, выбежим. Чуть меньше урона будет. Сбежали все под жопу. То с порами прям забегите. Массы вы их готовьте. Давайте. Коля. Прохил. Все, набрали рейндж. Дали Геру. Ну, послушай, АФК шит. А? Это, Саш, стрелы сдвинь чуть-чуть право, пожалуйста. Сейчас я тебя заблью. Право чуть-чуть возьми. Ну, спасибо. Закинь, встань сейчас.
скажу, когда послушаю квест. Я, если что, с левой стороны. Вот. Еще пару секундочек. Выебал он на меня этот газ. Закинь поездку на определенную мага. Я вас стою, если так. Если не закидывай, в общем-то. Поездка стакается там, все это. Нормально все, с луны. Ну что, каской? Дай ему БР. Ну на ФК зачем? На ФК шат. Не понял, я его зову, тогда не надо бы, если не скажу. Наверное, трогнул, он бывает. Хорошо, я тебя кикну после этого бота. Не надо сейчас ничего сносить, ребят, добивайте. Я, кстати, сегодня добыл 5-го максимум. Блять, кто? Блять, вар гибнул. Прист, давай наеми гимн на ХП. Кто сейчас танчит? Уфолог? Да. Да, уфолог. Гимн Войт, давай ты. На ману? На ХП. Забагался, убот, чтобы хоть что-то какой-то пил. Не, танков-то я хилю, все нормально. Все равно. Ну, по РДДшника. У нас там сейчас, да, уже по. Там нормально все. Ну я дал как бы. Не, просто забагал хиллбот. Отмечать хрючок. Все фуловые сейчас стоят. Да, нормально. То, что ты и хотел, да? Нет. Так, епешим там джезл сейчас. Чего оно нужно было? Еще смотрите, кому утрель. Так, кросс-ролл пишите. Но быстрее. X-фрик. Все? Окей, X-фрик. Значит, X-фрик. Ты квест взял их срить, надеюсь? Так, Зезл выпал. Минус 300, дай послушаю, Андрей. Сейчас чего он 10 ставит, ему бой 1000. Вот сар 2. 2,5. Давай через 2. 3,5. Перевод, сар. Блядь, быстрее, быстрее. 5 раз, 5, 2, 5, 3. Давай мы будем. Как раз ты. Это. Охнить просто персонажа. Что тебе надо, тупхай, быстрее? Какая шмотка? Объект? Триня? Ну, я за нее 3000, 2000 стал. Ставить будет. Давай 4 стал. Сколько у меня там есть? У меня вообще 4 есть? Есть 4. Ты все, Саня. 4500 стал, 5, все, окей. Марсес, уступи тогда на этого босса. Топхай тоже охни персонажа. Сумон Марсеза. Ой, топхай по его. Пока сумоним, я рыбу поставлю и другие пошли шмотки. Кольцо. Не
точно. Ну, фум, шкаф поставили, Гудрейв, это единственный лок. Кольцо на шее. Да кашник. Саня, это шея. Окей. 100, послушай, раз. 150 стрель. Давайте быстрее только, блин. Клятые ДКшники, вот от рыбы. Сумоньте. Все, послушай, минус 2, минус 2. Ну, топ-хайпа и лаксарзу смойте. Еще. Полинор 10. Раз. Два. Кидай мне. Отнимай, поднимайте.